Здравствуйте. Меня зовут Женя, мое китайское имя Ян Синью. 3 года назад я поступила в Пекинский университет и начала изучать русский язык. Хотя русский язык мне всегда дается с большим трудом, но преодоление трудностей всегда доставляет мне большое удовольствие. Я выбрала стихи Феда «Какая ночь, как воздух чист». Я выбрала именно эти стихи, потому что они очень красивые, и у них хорошо описываются прекрасные пейзажи русской земли. Читая эти стихи, я могу представить себя стоять у моря и слышать волну. Сейчас я вам прочту эти стихи. «Какая ночь, как воздух чист, как серебристый дремлет лист, как тень черна прибрежных ив, как безмятежно спит залив, как не вздохнет нигде волна, как тишиною грудь полна. Полночный свет, да и тот же день, белей лишь блеск, чернее лишь тень, лишь тоньше запах сочных трав, лишь ум светлее, мирнее нрав. Да вместо страсти хочет грудь, вот этим воздухом вздохнуть». Спасибо вам большое.